Всем привет! Меня зовут Оля Люки, вы на канале Люки Йога. Сегодня в нашей практике нас ждут упражнения для рук, пресса, ног и спины. В общем, практика будет на все тело. Сделаем еще приятные скрутки, и я думаю, что вам точно понравится сегодняшнее занятие. Давайте сразу начинать. Занимайте ваши места на ковриках, садитесь в удобную позу, выпрямляйте спину, вытягивайтесь макушкой вверх. Начнем с легкой разминки шеи, потянитесь макушкой еще раз чуточку выше и начинаем с наклонов головы вправо, плечи при этом тянутся вниз, вырастаем вверх, наклон влево и снова вверх, вправо, вверх, влево, вверх, вправо, вверх и влево, вверх. Хорошо, теперь наклон головы вперед. Отсюда тянемся подбородком вверх. И снова вниз. Вверх. Вниз. Вверх. И еще раз вниз. И вверх. Отлично. Подбородок тянется к груди. Отсюда круговые движения. Через правое плечо назад, через левое вперед. И продолжаем. Сделаем несколько кругов. Хорошо. Закончили. В левую сторону меняем направление. Через левое плечо назад, через правое вперед. И еще один круг. И еще один круг. Хорошо. Ладошками придерживаем себя за колени, тянемся грудью вперед, вытягиваемся подбородком выше, прогибаемся в спине. С выдохом скругляем спину, тянемся спиной назад. Вдох, грудь вперед, подбородок вверх. И выдох, скругляемся. И еще раз вдох, грудь вперед, выдох, скруглились. Хорошо, возвращаемся в центр. Отсюда переходим с вами на четвереньки. Ставим кисти под плечами, колени под бедрами, ноги на носочки. Сделаем глубокий вдох, выдох. Отрываем колени от коврика, переходим в собаку мордой вниз. Сейчас несколько вдохов, выдохов собаки мордой вниз. Потянитесь пяточками, насколько получается, ближе к коврику, ягодицами выше в небо. Руками вытолкните себя из коврика. Сделайте глубокий вдох. Полный выдох. И еще вдох. И полный выдох. Хорошо, сделаем несколько кругов приветствия солнцу. Соедините стопы вместе. Встаем на носочки. Приседаем, сгибаем ноги в коленях, переводим взгляд между ладоней. Здесь можно подшагнуть, можно подпрыгнуть к ладошкам. Подпрыгиваем. Вдох, выпрямляем спину, наклон вперед с прямой спиной. Руки касаются либо коврика, либо голени. Пробуем в этот момент потянуться грудью вниз в сторону коврика. Взгляд при этом в коврик, шея длинная. Сделаем здесь вдох. С выдохом скругляемся, ладошки опускаем на коврик, макушкой тянемся вниз, ягодицами вверх. И на вдохе с круглой спиной вырастаем вверх, вытягиваемся ладошками как можно выше. Выдох, руки в намасте. Здесь делаем прогиб назад или наклон назад. Стопы у нас вместе. Сжимаем ягодицы сильно-сильно, чтобы они были у нас опорой для корпуса. Со вдохом уходим в наклон назад. Выдох, глубокий наклон вперед. Потянитесь макушкой в коврик. Вдох, наклон вперед с прямой спиной. Выдох, опускаем ручки на коврик. И попробуйте здесь отпрыгнуть назад. Или можно отшагнуть в планку.
Задержимся здесь. Выталкиваем спину выше, копчик подкручен внутрь. Представьте, что вы отталкиваете коврик от себя. Лопатки тянутся друг от друга. И еще 5, 4, 3, 2 и 1. На вдохе плечики вперед, за линию запястий. Выдох, сгибаем ручки в локтях, опускаемся в чатурангу. Вдох, собака мордой вверх. И выдох, собака мордой вниз. Хорошо, сделайте глубокий вдох. Полный выдох. Вдох, встаем на носочки. Выдох, сгибаем ножки в коленях, переводим взгляд вперед между ладоней. Подпрыгиваем или подшагиваем. Вдох, наклон вперед с прямой спиной. Выдох, скругляем спину, глубокий наклон. Вдох, вырастаем. Вытягиваемся ладошками вверх. Выдох, руки в намасте. Стопы вместе. Сжимаем ягодицы. На вдохе наклон назад. Выдох, глубокий наклон вперед. Тянемся макушкой в пол, ягодицами вверх. Вдох, наклон вперед с прямой спиной. Потянитесь грудью как можно ниже. Выдох, опускаем ладошки на коврик. Отшагиваем в планку или отпрыгиваем в планку. Хорошо, плечики вперед. Чатуранга. Собака мордой вверх. И собака мордой вниз. Хорошо, второй раз был чуть быстрее, чем у нас первый. Попробуем сделать в таком же темпе третий раз. Сделайте глубокий вдох. Полный выдох. Вдох, встаем на носочки. Выдох, сгибаем ножки в коленях, переводим взгляд вперед. Подшагиваем или подпрыгиваем к ладошкам. Вдох, наклон вперед с прямой спиной. Выдох, скругляем спину. Тянемся макушкой вниз. Вдох, с круглой спиной вырастаем вверх. Вытягиваемся ладошками как можно выше. Выдох, руки в намасте. Сжимаем ягодицы. Вдох, наклон назад. И выдох, глубокий наклон вперед. Вдох, наклон вперед с прямой спиной. Выдох, опускаем ладошки, отпрыгиваем или отшагиваем назад. Плечики вперед, чатуранга. Вдох, собака мордой вверх. И выдох, собака мордой вниз. Хорошо. Сделайте глубокий вдох, полный выдох. И еще один вдох. И выдох. Отсюда опускаем коленочки на коврик. Грудью тянемся в область между ладоней. Сгибаем локти вдоль туловища. И отсюда опускаем таз на коврик. Полностью опускаемся в положение лежа на коврике. Ладошки оставляем на уровне плеч. Соединяем стопы и будем с вами поднимать корпус. Ножки при этом лежат, но носочки собраны вместе. Итак, приготовились и начали. Вырастаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Делаем еще раз. Два, три, четыре и пять. Задержались наверху. Держим. Пять, четыре, три, два, один. Опускаемся на коврик.
Хорошо. Ладошки под плечами. Ставим ноги на носочки. Пробуем либо вытолкнуть себя на четвереньки, прижимая локти к корпусу, либо пробуем вытолкнуть себя в планку. Если вы вытолкнули себя на четвереньки, оттуда переходите в планку. Хорошо. Задержимся в планке. Выталкиваем спину как можно выше. Представьте, что вы хотите ладошками подтолкнуть коврик на себя. То есть как будто ваши ладони вот так вот по направлению к вашему животу толкают коврик. Почувствуйте, как у вас появляется дополнительное напряжение в мышцах живота. И держим так еще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Хорошо. Отсюда мы с вами переходим в собаку мордой вниз, тянемся тазом назад. Сделайте глубокий вдох, полный выдох. Хорошо. Подшагиваем до середины коврика. Уходим в глубокий наклон. Обхватите себя за пяточки. Потянитесь макушкой ниже. Начинаем наклон с того, что прижимаем грудную клетку и живот к бедрам. И уже с таким прижатым животом к бедрам мы с вами опускаемся вниз и пробуем выпрямить ноги в коленях настолько, насколько получается. Хорошо. Чуть выше еще ягодицами потянитесь. Сделайте глубокий вдох, полный выдох. И на вдохе с круглой спиной плавно вырастаем вверх, вытягиваемся за ладошками выше. Выдох, руки в намасте. Хорошо, разворачиваемся с вами, так, чтобы можно было широко встать по коврику. И ставим стопы на две ширины бедер. Примерно две ширины бедер. Можете проверить так, чтобы когда вы присаживаетесь, ваши колени были над пяточками. Найдите это положение стоп и разверните носочки в стороны так, чтобы вы могли держать равновесие. То есть совсем в стороны их разворачивать не нужно. Вы сразу начнете терять баланс. Нам этого не надо. Найдите такое положение, при котором вам комфортно стоять, вы можете себя держать. Со вдохом вытягиваемся ладошками вверх. Выдох, руки в намасте. И мы приседаем с вами, опускаемся в позу богини. Постарайтесь здесь обратить ваше внимание на то, что колени вы как бы хотите потянуть назад. Чтобы они у вас не закручивались внутрь, колени тянутся назад. Руки можно опустить на бедра, можно оставить в намасте перед грудью, как вам удобно. И здесь мы с вами сделаем пружинку. На 5 сантиметров опускаемся и поднимаемся вверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10. И еще раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Держим. 5, 4, 3, 2 и 1. Вырастаем. Можно выдохнуть, расслабиться. Разворачиваем носочки параллельно друг другу. Со вдохом вытягиваемся ладошками вверх. Выдох, уходим в глубокий наклон вперед. Скругляем спину. Тянемся макушкой вниз. Ладошки опускаем на коврик примерно под плечами. Если хочется, если сильно тянет под коленями, вы можете согнуть ножки чуть-чуть в коленях. Ничего страшного от этого не будет. Тянемся макушкой ниже, ягодицами выше. Постарайтесь перенести вес вашего тела больше на подушечки стоп,
и на пальцы. Расслабьте шею. Ягодицы тянутся еще выше, макушка еще ниже. Сделайте глубокий вдох, полный выдох. И еще один вдох и выдох. На вдохе выпрямляем спину, оказываемся с вами в наклоне с прямой спиной. Ладошки под плечами, можно поставить руки на полупальцы. Мы с вами левую ладошку ставим в центр. Со вдохом правую руку поднимаем вверх и скручиваемся в правую сторону. При этом постарайтесь оставить ваши ягодицы на одном уровне, на одной линии. Тянемся здесь грудью вперед и представляем, что у нас между лопаток лежит грецкий орех, и мы хотим его расколоть лопатками. Лопатки сжимаются, а грудь при этом тянется вперед. И зависаем здесь еще с вами на 5, 4, тянемся грудью вперед, 3, 2, и еще чуть грудью, и 1, хорошо. На выдохе опускаем правую ладошку на коврик, левая встает под левое плечо, и мы уходим в глубокий наклон, тянемся макушкой вниз. Хорошо, на вдохе снова вырастаем наклон вперед с прямой спиной. И теперь у нас правая ладошка встает в центр. На вдохе левая рука поднимается вверх, грудью тянемся вперед, в левую сторону, таз, наши ягодицы оставляем на одной линии. Снова представляем, что у нас между лопаток лежит грецкий орех, и мы его хотим расколоть лопатками. Лопатки тянутся друг к другу, грудь тянется вперед, левая ладошка тянется назад. И еще чуть вперед грудью, зависаем здесь на 5, 4, 3, 2 и 1. Хорошо. На выдохе опускаем левую ладошку на коврик, уходим в глубокий наклон. Тянемся макушкой вниз. Хорошо. С круглой спиной вырастаем. И отсюда мы с вами, ладошки оставляя на коврике, переходим в скандасану на правую ногу. Опускаем таз настолько, насколько у вас получается. Возможно, это будет у вас чуть выше, таз останется, не дотянется до коврика. И вырастаем с правой ноги, переходим на левую. Здесь мы следим за тем, чтобы колено смотрело туда же, куда и большой палец на ноге. Носочки у нас слегка развернуты в стороны. И переходим вправо, влево. Носочек прямой ноги натягиваем на себя. Еще раз вправо и влево. И еще раз вправо, влево. Хорошо, переходим на правую ножку. Пробуем сесть, опускаем таз на коврик. И здесь у нас сейчас будет два варианта. Либо мы, если нам удобно, заворачиваем ногу под себя, вытаскивая пяточку при этом сбоку ягодицы. Либо, если так некомфортно, мы оставляем ножку коленом в сторону, и при этом стопа прижимается во внутреннюю часть левой ноги. Выберите положение, которое вам комфортно. И здесь мы с прямой спиной дотягиваемся либо до носочка, либо до голени вытянутой ноги, и уходим в наклон, насколько получается. Расслабьте шею. Если ваш наклон будет здесь, ничего страшного. Самое главное в наших упражнениях, в нашей растяжке, это то, чтобы вы чувствовали свое тело. Если вы чувствуете свое тело здесь,
при таком наклоне, значит, вы делаете все правильно, и вы находитесь именно там, где вы должны сейчас находиться. Не нужно себя форсировать, уж тем более не нужно себя ругать, критиковать. Наоборот, поблагодарите свое тело за то, где вы сейчас находитесь, в какой точке вашего пути. И давайте сделаем еще несколько вдохов и выдохов здесь. Просто расслабляйтесь в этом положении, глубоко дыша. Хорошо, со вдохом вырастаем вверх, возвращаем правую ножку на стопу, переходим с кандасаны на левую ногу и также занимаем то положение, которое нам комфортно. Либо нога согнута в колени, и мы как будто бы сидим на ней, вытащив пятку с левой стороны, теперь у нас от ягодицы. Либо левая стопа упирается во внутреннюю часть правой ноги, правого бедра. Нашли ваше комфортное положение, обхватываем себя либо за голень, либо за носочек и опускаемся в наклон до появления приятных тянущих ощущений. Дышим глубоко. Постарайтесь шею расслабить, можно голову свесить, чтобы она прям свисала вниз, в сторону колена. И еще здесь вдох, выдох, вдох и выдох. И еще один вдох и выдох. Хорошо. Со вдохом плавненько поднимаемся. Снова переходим в скандасану, левую ножку ставим на стопу, возвращаемся с вами в центр коврика. Давайте сделаем глубокий наклон, можно обхватить себя за пяточки, стопы при этом параллельно друг другу, носочки смотрят прямо. Хорошо, и отсюда с круглой спиной мы вырастаем вверх, вытягиваемся за ладошками как можно выше. Выдох, руки в намасте. Разворачиваем еще раз носочки в стороны. Находим комфортное свое положение. Сделайте глубокий вдох. На выдохе присаживаемся вниз. И сейчас мы с вами в позе богини. Будем делать очень интересное упражнение. Встаем на носочки, отрываем пяточки от коврика. Приготовились и начали. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И замираем на раз, два, три, четыре и пять. Опустили. Хорошо, со вдохом вырастаем вверх, выдох, ручки в намасте, и просто подшагиваем к правой ноге в начало коврика. Со вдохом вытягиваемся ладошками выше, выдох, руки в намасте. И отсюда мы опускаемся в позу стула, вытягиваем ручки в сторону головы, сделаем еще здесь пружинку. Поднимаемся на 5 сантиметров вверх и вниз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И еще раз, два, три, четыре и пять. Задержались на 5 секунд в самом низу. 5, 4, 3, 2,
один. Плавно, как комфортно, опускаемся на коврик. Садитесь примерно на середину коврика. Ножки вытягиваем с круглой спиной. Опускаемся в положение лежа. Давайте несколько вдохов-выдохов с вами расслабимся. Можно ножки стряхнуть, перевести дыхание. Сделайте полный глубокий вдох и полный выдох расслабления. И еще один такой глубокий вдох и выдох. Хорошо. Теперь мы с вами стопы оставляем на ширине бедер, натягиваем носочки на себя. Будем делать упражнение для мышц живота. Руки вытягиваем прямо перед собой. Отрываем затылок от коврика. Голову мы не будем отпускать на коврик до конца упражнения. Ладошки как бы скользят над бедрами. И мы тянемся такой пружинкой в сторону стоп. Приготовились и начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 20. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 30. И еще раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9 и 40. Фух, расслабились. Сделайте также глубокий вдох и выдох расслабления. Хорошо. Двигаем стопы ближе к ягодицам, сгибаем ножки в коленях, руки вытянуты вдоль туловища на коврике. Со вдохом выталкиваем таз вверх, подшагиваем плечиками друг к другу, если получается, соединяем ладошки в замок за спиной. Сжимаем ягодицы и толкаем таз вверх. Представьте, что у вас между бедрами и потолком, или если у вас нет потолка, то между бедрами и небом лежит большой воздушный шарик, и вы хотите так сильно на него надавить, чтобы он лопнул. Почувствуйте, как ваш таз поднимается еще чуть выше. Вы отталкиваетесь пятками от коврика. Вы сжимаете ягодицы сильнее. И задерживаемся здесь на самом верху еще 5. 4, 3, 2, 1. Хорошо, расцепляем замок, опускаем таз на коврик, подтягиваем коленочки к груди и прижимаем к себе. Хорошо. Следующая наша поза будет сарвангасана, и из нее мы будем опускаться в халасану. Поэтому смотрите, если нужно, вам переместитесь по коврику так, чтобы у вас было место, чтобы вам было комфортно. И если вы делаете халасану и стойку на плечах первый раз, то, пожалуйста, сначала посмотрите и потом сделайте, потому что в халасане и в стойке на плечах в сарвангасане важно оставлять голову так, чтобы она смотрела ровно вверх. Так как нагрузка по большей части идет на шею и на плечи, то важно не вертеть головой по сторонам, чтобы не перегрузить одну из сторон и, соответственно, не травмироваться. Это очень важно, поэтому если вы делаете первый раз, если вы делаете не первый раз, тоже смотрите, пожалуйста, вверх. Никуда не вертитесь. Итак, как мы заходим в халасану? Мы можем просто закинуть ножки вверх, подставить ладошки под поясницу и таким образом зайти в сарвангасану. Можно также зайти
через полумост, который мы делали до этого, подставив ладошки под поясницу. И затем по одной ноге вытянуть ножки вверх, переставить ладони под поясницу чуть удобнее и зависнуть так. Когда мы стоим в халасане, мы натягиваем носочки как можно выше, сжимаем ягодицы, чтобы нам было легче держать всю эту конструкцию наверху. Дышим глубоко. Хорошо, еще здесь держим. 5, 4, 3, 2 и 1. Опускаем ножки за голову, натягиваем носочки на себя. Если ваша халасана выглядит вот так, ноги не касаются коврика, ничего страшного. Если вы коснулись коврика, тоже замечательно. Ладошки можно оставить под поясницей, можно положить ручки на коврик, вытянуть. Если вам становится некомфортно, если вам тяжело дышать, то лучше сойти из этого положения. Сходим мы, прижав коленки к груди и с круглой спиной. Все, кто в халасане, потянитесь пяточками чуть дальше. Попробуйте чуть больше выпрямить ножки в коленях. Хорошо, сгибаем ноги в коленях. Прижимаем их к груди и с круглой спиной опускаемся на коврик. Затем сгибаем ножки и тоже опускаем их на коврик. Хорошо. Ложимся. Вытягиваем ноги. После халасаны, после сарвангасаны хорошо полежать, закрыть глаза и просто отследить свои ощущения в теле. Почувствуйте, какие у вас ощущения в теле после этих поз. Хорошо. Аккуратно переворачиваемся на левый бок. Поднимаем себя правой рукой. Занимаем удобную позу сидя. Со вдохом вытягиваемся ладошками вверх. Выдох, руки в намасте у груди. Мысленно поблагодарите себя за практику. И старайтесь как можно дольше оставаться в этом ощущении благодарности внутри. На этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. И увидимся на следующем занятии. Намасте!